Қайырлы таң, көрермен. Алматы облысы Іле алатауының баурайында Қазақстан Республикасының күніне орай ашық аспан атты акциясы өтіп жатыр. Акция аясында кәсіби парашютист Олег Тошев парашютпен Қазақстан Республикасының ең үлкен туын алып секіреді. Бұл идея жалпы бір жыл бойы пайдалы болған, бірақ біз ойлаған жоқпыз, оны тура 25-ші қазанға арнаймыз деп. Жалпы біз достармен өнерлі адамдармен сөйлесең білесіз, қалай ойлайсыз, осы әлеуметтік акция мынандай жасасақ, ашық аспан деген туымызды аспанға көтер. Біз білген жоқсың, қандай көлемі болады, 800 метр, 300 метр, 500 метр. Мысалы, Астанада қазір қаланың ортасында флагштокта 450 метрлік туымыз тұр. Осы бүгін акциямызды одан екі есе көп болады, 800 метр. Шараның ұраны болған ашық аспан деген сөзде тұтастық, қазақстандықтардың бейбіт аспаны деген мән жатыр. Бұл сөз бейбітшілікті қорғауды, Қазақстан халқының байқуатты өмірінің баянды болуын насихаттайды. Қазір туымыз 3000 метр биіктіктен түсіп келе жатыр, осы сәтті бірге бақылайық. Акцияны ұйымдастырушылар мұндай іс-шараны жыл сайын өткізу керегін айтады және шараны тек Алматыда ғана емес, еліміздің барлық өңірінде жалғастыруды көздеп отыр. Әлеуметтік шараны Ескендір Ибрагим, Спатаев, Темір, Дарменов, Алшан, Құрманбек Жұмағали, Мырзабеков Тойбек, Ардақ Назаров, Жанқош Тұраров сынды азаматтар қолдады. Какое зрелищное мероприятие, да? Действительно, вызывает восторг и гордость. У нас очень красивый флаг. Сегодня с нами на прямой связи один из организаторов акции «Ашық аспан» Тілек Каналин. Тілек, қайырлы. Доброе утро. Саламатсыз ба? Доброе утро. Доброе утро. Как появилась идея проекта «Ашық аспан», Тілек? Расскажите, пожалуйста. Идея, на самом деле, пришла спонтанно. Около года назад мы думали, вот во всех зарубежных фильмах очень хорошо обыгрывается культ флага. Да, да. Особенно в голливудских фильмах, да? Американский флаг, например. Да, очень много флагов у него постоянно вот, на фоне, где-то у кого-то в руках. Вот, главные актеры, они постоянно обыгрывают флаг. И нам хотелось бы, чтобы наш красивый голубой флаг тоже обрел такой культ. Он имеет, конечно, большую популярность среди наших соотечественников, но хотелось бы закрепить его прямо от более медийно показать его, что ли, более как бы какие-то вот бенефиты за ним закрепить, что вот наш флаг был таким, наш флаг был таким, чтобы у людей показать его масштабность, потому что наш флаг этого заслуживает. И поэтому у нас появилась идея, вот давайте сделаем какой-нибудь классный рекорд с флагом, и чтобы люди о нем чаще говорили и чаще его упоминали. Вот такая вот идея появилась. Замечательно. У вас, мне кажется, очень хорошо получилось. Спасибо вам за эту идею. Я Тілек, расында бізге өте ұнады. Меніңше көрермендерде қазір қолдап отырған шығар. Енді сұрағым келеді, бұл техникалық жағынан қиын болған шығар. Енді осындай ауыр затпен секіру қаншалықты қиын болды? Енді мен өзім секірген жоқпын. Бірақ техникалық жағынан қиындау болған, өткені тудың салмағы 80 килограмм болған, және де өзі секіру 3000 метрден болған. Сондықтан техникалық жағынан біз бір ай дайындалып жүрдік. Бірақ бізде мындай пробный прыжок дегенде ондай болған жоқ. Өткені бәрі уақытпен тура сағат-сағатпен болғандықтан бізде пробный прыжок ететін, давайте попробуем, давайте там, не знаю, тестовый прыжок сделал, такой у нас возможности не было, поэтому мы рассчитывали только на профессионализм команды. За спиной парашютиста у нас около 6000 прыжков, поэтому он нам просто сказал: ребят, не переживайте, мы готовы, по технической части у нас как бы все хорошо, поэтому просто прыгаем, не переживайте. Поэтому таких особых прямо там каких-то трудностей, типа, там что-то не получится, да, были переживания. Вот, но хорошо, что все отлично прошло. Хорошо, что все прошло отлично. Да. Тілек, біз білеміз, рекордтар кітабына енді, я сіздердің жасағандарыңыз. Қандай кітапқа енді, Гиннес кітаптарына ма, әлде қазақстандық Гиннес кітабына ма, әлде әлемдік Гиннес кітабына ма? Және де сертификат алдыңыздар ма, қандай да бір? Да, на мероприятии был представитель казахстанского книги рекорда Гиннеса, она называется, собственно, Гиннес, вот он зафиксировал рекорд,
И на мероприятии был вручен сертификат о том, что вот побит казахстанский рекорд. Вот самый большой флаг, самый большой это прыжок с самым большим флагом Казахстана. Вот такой был рекорд. Вручен был сертификат, да, и официально мы в рекорде Киннесса в Казахстане. И мы вас тоже официально поздравляем в прямом эфире 31 канала. Конечно, поздравляем, мы гордимся нашим флагом и обожаем его, конечно. А какую реакцию вызвала ваша акция у казахстанцев? Были ли предложения от активистов провести ее в других регионах страны, допустим? Ну, вначале хотелось бы отметить реакцию людей на месте, кто непосредственно смотрел на мероприятие. Многие плакали, и мужчины, и женщины, и старики, и дети, они были поражены просто размером флага, он был очень большой, там перекрывал даже иногда солнце, кто-то начал петь гимн, кто-то кричал «Алга, Казахстан», ну то есть было прям море эмоций, это первое. Второе, мне начали писать и в социальных сетях, и по почте, и, ну, кто знает, мой телефон начали звонить, выражать слова благодарности, что молодцы, что такую акцию проводите, вызываете, укрепляете патриотизм казахстанцев. Только одни положительные эмоции на самом деле. Вот. А по поводу, звонили ли активисты? Да, звонили. Звонили еще и родственники, которые просили, говорят, приезжай к нам в город, проводи у нас мероприятие. Вот у нас как бы пока в таких... В планах есть в следующем году, возможно, провести, ну, возможно, это уже будет не рекорд, а просто акции, потому что 800 квадратных метров это большой риск на самом деле, конечно. И тем более не в каждом городе есть соответствующий аэродром, который позволит совершить этот прыжок. Поэтому, скорее всего, в других городах мы будем, ну, исходить уже из возможностей. Спасибо большое, Тлек. Вы большие молодцы, да, Баян? Мы супер. Гордимся вами, что вы сделали такой рекорд. И у вас сейчас есть возможность поздравить казахстанцев в прямом эфире 31 канала. С Днем Республики, конечно же. Супер. Поздравляю всех с Днем Республики. Наша госсимволика, наша земля, наш единый Казахстан – это то, что нас объединяет, делает нас казахстанцами. Поэтому да, нам нужно всем гордиться тем, что мы живем в такой красивой, прекрасной стране. Вот. С Днем Республики всех казахстанцев. Спасибо. Керемет, тілек сізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста Ашық Аспан акциясының ұйымдастырушысы Тілек Қаналин болатын. Біз тілекке алғыс айтамыз, және біз елдігімізбен, егемендігімізбен, еліміздің бейбіт аспан астында өмір сүріп жатқан әр күнімізбен мақтанамыз, және әрине бақыттымыз деп айтқымыз келеді. Республика күні тағы да құтты болсын. Шағын жарнамадан соң өздеріңізбен қайта қауышамыз. Алыстап кетпеңіздер.